В субботу, 29 марта, на Театральной площади состоялся старт проекта «Культурный маршрут» в честь профессионального праздника работников культуры России и Кубани. Информационный автобус прошел по улицам города-курорта и сделал несколько культурно-просветительских остановок. На пересечении улиц Крымской и Краснозеленых прошла акция «Кубань-матушка». Следующая остановка – молодежная. На пересечении улиц Крымская и Красноармейская состоялся взрывной молодежный флешмоб «Россия вперед». Участие приняли молодежные хореографические коллективы города. На остановке Крымская и Астраханская прошел поэтический фреш «Слово о прекрасном». Тематически оформленный яркий автобус культурного маршрута со звуковой рекламой проехал по улице Крымской от улицы Астраханской до Первомайской. На остановках участники молодежного театра «Аквариум» раздавали афиши предстоящих культурных событий города.